На самом деле мы не отдаем себе отчет в том, насколько серьезно изменилась та среда, в которой живет человек. Мы привыкли думать, что развитие – это хорошо и позитивно. На самом деле развитие – это изменение среды. А наш мозг был эволюционно сначала миллионами, потом сотнями тысяч лет, если мы говорим уже про мозг приматов, готовился к тому, чтобы жить в очень определенных обстоятельствах, с определенным количеством информационной нагрузки, с определенным существованием в социальных стаях. И эти инстинкты глубоко в нас укоренены. А сейчас ситуация радикально меняется, и мы этого не замечаем. Конечно, очень удобно общаться с друзьями, когда ты можешь в любой момент набрать их по телефону, когда можешь написать им смс, послать сообщение, посмотреть на их фотографии в социальных сетях и так далее. Есть ощущение, что вы постоянно находитесь на связи с другими людьми. Есть ощущение, что у вас всегда вокруг много людей.